Привет, это Деконте, видеоинструкция по сборке кровати «Барселона». В комплект входит две коробки, ортопедическое основание и матрас. Сейчас он нам не нужен, займемся сборкой кровати. Открываем коробки и раскладываем элементы так, как показывает мастер на видео. Обращаем ваше внимание на то, что место для сборки должно быть чистым и ровным. Для сборки нам потребуется фигурная отвертка и гаечные ключи на 10 и 13. Мастер на видео использует шуруповерт. Первым делом фиксируем к царгам кровати со стороны изножья крепежные уголки из комплекта фурнитуры. Мастер отмеряет ширину одного уголка от нижней части царги и ширину двух уголков от верхней. Уголок крепится вровень с торцом царги на саморезы из комплекта фурнитуры. Со стороны изголовья работа производится аналогично. Все царги этой модели имеют закладные подболты. Они отмечены скобами степлера. И если вы выбрали комплектацию с механизмом подъема основания, то к царгам необходимо прикрепить подъемники из комплекта фурнитуры. Чтобы прикрепить царги к изножью, мастер подводит их вровень к правому и левому торцу изножья и крепит с помощью саморезов из комплекта фурнитуры. Затем таким же образом работы производятся с изголовьем. Перейдем к ортопедическому основанию. Если вы выбрали комплектацию с механизмом подъема основания, то прикрепите только одну ножку в центре ортопедического основания и установите его на место. Затем с помощью болтов из комплекта фурнитуры соединяем основание с подъемным механизмом. Перейдем к установке газлифтов. Устанавливаем болт из комплекта на его место и притягиваем тремя гайками, прикручивая их одну за другой. Затем устанавливаем газлифт и через шайбу притягиваем его сверху и снизу к подъемному механизму. Для нормальной работы механизма после протяжки гайки нужно ослабить на полоборота. Второй газлифт крепится аналогично. В качестве опор ортопедического основания используются крепежные уголки. Чтобы установить их, мастер опускает основание вниз до упора и крепит уголки сразу под ним на саморезы из комплекта фурнитуры. Осталось уложить матрас, и ваша кровать готова к эксплуатации. Вы можете смело пользоваться изделием.